Здравствуйте. Вы смотрите прогноз погоды на 25 августа. По республике кратковременные дожди, ветер 6-11 метров в секунду, при грозах порывистый. Температура воздуха. По северным районам ночью плюс 2, плюс 8, местами до плюс 12, днем плюс 16, плюс 22. По центральным районам ночью 6-11, днем 18-23 градуса тепла. По южным районам ночью 6-11, по Окинскому району до минус 2, заморозки. Днем 18-23 градуса тепла. В нашей любимой столице ночью небольшой дождь, возможно гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 8-10, днем 19-21. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 709 миллиметров ртутного столба. Каждый раз, когда вы делаете шаг вперед, вы оказываетесь на шаг ближе к цели. Добивайтесь своих целей, какими бы трудными они ни были. Успехов вам и здоровья. До свидания.